Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. В студии Адина Смагулова, сурдоперевод Даурена Андрасилова. И в начале выпуска коротко о главном. Поднажми. Медленные темпы подготовки к отопительному сезону подверг критике первый заместитель главы Алматинской области. На помощь. В Талдыкургане появились полицейские кнопки СОС. Прямо в цель. Алматинская область принимает Кубок мира по стендовой стрельбе среди юниоров. Когда будет тепло? Подготовка к отопительному сезону в Алматинской области идет медленными темпами. Недовольство по этому поводу высказал первый заместитель главы области Элизат Турлашев на совещании с акимами городов и районов. Стоит сказать, на обеспечение ЖТСУ теплом предусмотрено 3 миллиарда 300 миллионов тенге. Но лишь треть суммы освоена должным образом. По словам одного из спикеров, три котельные региона в процессе перевода на природный газ. Две в областном центре и одна в Искельдинском районе. Но по заверениям специалистов, работа завершится точно в срок. Впрочем, в некоторых регионах проблема обеспечения теплом все же остается. Наглядный тому пример – дефицит в 24 миллиона тонн угля и более 26 миллионов литров дизельного топлива в бюджетных организациях. Учреждения снабжены необходимым горючим всего на 45%. Этот вопрос Элизат Турлашев взял под свой контроль. Он поручил ответственным лицам в срочном порядке ускорить темпы поставки твердого и жидкого топлива. На контроле руководства области и вопрос обеспечения углем населения. По всей области есть потребность угля объемом 70 тысяч тонн, именно в частном секторе. Стоит отметить, цены на горючее в этом году по сравнению с прошлым устойчивы и доступны. На тупиках имеется достаточный запас твердого топлива, примерно 100 тысяч тонн. В связи с чем просим жителей региона заблаговременно приобрести его до наступления холодов, пока нет ажиотажа и длинных очередей. В новом учебном году в средней школе на станции Шамалган присвоили имя Ахмета Байтурсынова. Данное мероприятие приурочили к 150-летию заслуженного деятеля страны. По этому поводу в учебном заведении организовали конференцию. В ней приняли участие ученые Алматинского института языкознания и ахметоведы. На торжественном собрании побывал и наш корреспондент. Средняя общеобразовательная школа на станции Шамалган теперь носит имя казахского общественного и государственного деятеля Ахмета Байтурсынова. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети получали качественные знания и занимались дополнительным образованием. В этом уверено и руководство учебного заведения. Мы понимаем, что наша школа должна быть достойной имени Ахмета Байтурсынова. Мы постараемся сделать все, чтобы оправдать это доверие. На нас возлагаются большие надежды. Это воспитание достойных граждан и патриотов нашей страны. Потому наш преподавательский состав будет прикладывать все усилия, чтобы дать ученикам качественное образование. Участники конференции побывали и на онлайн-экскурсии по музею, который также назван в честь Ахмета Байтурсынова. Посетители ознакомились с жизнью и деятельностью ученого через уникальные архивные фотоматериалы и документы. Им также представили личные вещи и бесценные рукописи научных трудов известного деятеля Алашорды. Творческую деятельность Ахмет Байтурсынов начал как баснописец. В своих стихотворениях он выражал нужды и чаяния казахского народа, его мечту о светлом будущем, обличал лицемерие чиновничьи аппарата. Призвал к свету знаний, культуре. Хочу предоставить вашему вниманию книгу Ахмета Байтурсынова под названием «40 басен». Его написали в 1909 году в Санкт-Петербурге. В данном произведении высмеиваются такие людские пороки и недостатки, как праздность, лень, тщеславие, невежество. Участники заседания отметили, что подрастающее поколение должно знать своих героев. Ахмет Байтурсынов внес большой вклад в развитие казахской литературы. Его можно с уверенностью назвать учителем нации, так как ученый-лингвист реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав возможность пользоваться ею миллионам казахов. Ахмет Байтурсынулы перед тем, как вступить в коммунистическую партию, поставил ее представителям определенные условия. Он хотел, чтобы коммунистическая партия служила во благо казахского народа. Однако спустя пару месяцев народный деятель понял, что партийная система действует против его родины. Потому он и покинул ее.
В школе имени Байтурсунова в новом учебном году 325 детей впервые сели за школьные парты, а потому здесь появились 13 новых первых классов. В общем, в образовательном учреждении обучаются более 3000 учащихся. Все они вместе со своими наставниками из числа 238 учителей будут прилагать все усилия, чтобы прославить имя духовного лидера нации. Мне удалось завоевать гран-при на республиканском конкурсе. Конкурс молодых педагогов, в новой школе новые учителя. Участвовало 200 преподавателей по всему региону. А целью является повышение социального статуса и активизация творческого потенциала молодых учителей, создание условий для профессионального роста. Я действительно горжусь тем, что учусь именно в этой школе, потому что за период обучения в этой школе я смог достичь многого. К примеру, я завоевал гран-при на республиканских соревнованиях имени Жаппаса Каламбаева Елен Сюген Ельбасы. В будущем я хочу стать примерным гражданином страны и внести весомый вклад в развитие государства. Отметим, что в учебном заведении школьники по сей день обучаются в трехсменном режиме. Однако ответственные лица утверждают, что этот вопрос решится в самое ближайшее время. Недалеко от школы уже началось строительство дополнительного здания, рассчитанное на 900 мест. Мадина Неспек, Хурманжан Касымжанулы, Аманжол Жонкешев, телеканал Жетсу. С сегодняшнего дня в Казахстане ограничен доступ на работу для невакцинированных сотрудников. Соответствующее постановление ранее подписал главный санитарный врач республики. Таким образом, 6 сентября непривитые работники должны раз в неделю сдавать ПЦР-тест. Исключение сделали лишь для имеющих медицинские противопоказания или переболевших коронавирусом в течение последних 3 месяцев. Правило распространяется на все объекты сферы услуг и торговли, в их числе центры обслуживания населения, почта и банки, рынки, торговые дома, ТРЦ, кинотеатры, точки общественного питания, вокзалы и аэропорты. Напомним, иммунизация населения в стране стартовала в феврале. Ранее в Минздраве заявляли, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 10 миллионов человек. Отстают по темпам вакцинации Мангистауская, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В Талдыкургане в самых оживленных и по статистике криминогенных местах появились кнопки СОС. Полиция этот проект стражи порядка презентовали главе государства в прошлом году во время заседания коллегии МВД. И вот теперь на улицах городов республики появились первые тревожные кнопки, рассказывает Антон Хатиновский. Сегодня в своей работе стражи порядка используют различные методы, главная цель которых – эффективное и незамедлительное реагирование на сообщения граждан. Буквально на днях на самых оживленных талдыкурганских улицах на службу заступило очередное ноу-хау полиции – тревожная кнопка СОС. Если вы стали жертвой либо очевидцем какого-либо правонарушения, достаточно нажать на тревожную кнопку, и сигнал помощи поступит дежурному центру оперативного управления с передачей аудио и видео информации с места происшествия. Это является наиболее эффективным способом получения помощи. Эти кнопки мы расположены сейчас на сегодняшний день в 7 местах города. Это получается возле торгового дома ЦУМ по улице Назарбаева, угол улицы Буржансал, около ресторана Атамикен по улице Хамбай Батыра, угол улицы Акынсара, остановка 9 площадка около ЗС Синойл по улице Жансугурова, возле остановки Нуротан по улице Жансугурова, микрорайон Каратал, возле торгового дома Даулет по улице Алдабергенова, по улице Балапанова, возле Олимпийского плавательного бассейна и по улице Жасгурова, около ресторана Кушжолы. Наряд полиции, проедьте. Бахлау один, как приняли, окажите содействие. Кнопки СОС установлены в видимости камер ЦОУ, что позволяет полицейским оценить ситуацию и отправить нужную службу. В данном случае направляется участковый инспектор. Полиция осуществила службу? Время положено. На вопрос о шутниках сложными вызовами отвечают. Таких граждан будут привлекать к ответственности. В случае ложного вызова вы будете привлечены к административной ответственности по статье 438 Кодекса о административном правонарушении. То есть заведомо ложный вызов специальных служб. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Уважаемые телезрители, передача «Экорейд» изменила формат своего вещания. Теперь о том, как следят за чистотой в регионах и какие экомеры применяются, можно узнать в спецрепортажах выпуска новостей. В этот раз наша съемочная группа побывала в Панфиловском районе.
Приграничный город Жаркент всегда славился своими архитектурными объектами и окружающими ландшафтами. Сюда приезжают не только жители края ЖТСУ и всего Казахстана, но и из-за рубежа. Все это обязует содержать весь Панфиловский район в чистоте и порядке, что видно невооруженным глазом. Об этом говорят и местные жители. В городе везде в основном чисто и убрано. Всегда своевременно убирают. Я сама проживаю в селе Ушарал, часто приезжаю в районный центр, и здесь всегда опрятно. И у нас в селе постоянно убирают и чистят. На общем фоне в объективы камеры попала нелицеприятная картина. Автовокзал – одна из главных транспортных артерий, захламлен мусором. После нашего посещения здесь спешно приступили к наведению порядка. Как сказали в свое оправдание представители администрации, работы по уборке территории здесь всегда ведутся с опозданием. За своевременный вывоз мусора отвечает частная компания, а к работам по чистке привлечены порядка 40 человек. Вообще уборка территории вокзала производится своевременно. Как стало известно, вчера произошло небольшое возгорание мусора в контейнерах, и загрузить спецтехнику было невозможно. Поэтому сегодня немного запоздали с вывозом. Надеемся, что подобные случаи не повторятся. Ознакомившись с порядком на улицах города, наша съемочная группа отправляется в район, в сторону сел Ават, Большой и Малый Шиган. Пойма реки между селами Пенджим и Ахкент. Видео говорит само за себя. Согласно распоряжению акима района, утвержден период санитарной очистки этой весной и осенью. С 15 сентября по 15 ноября в течение 2 месяцев будут производиться массовые субботники. Возможны уборочные работы. Также мы намерены продлить подобные мероприятия не только в вышеуказанное время, но и круглый год. Мы будем следить за чистотой. Для этого во все сельские округа были выделены финансовые средства. Также имеются договоры с уборочными компаниями, которые выполняют свои обязательства. Ситуацию в Панфиловском районе мы будем держать под контролем. А пока наш эко-рейд отправляется в другие районы Алматинской области. Жандос Назарбаев, Алмат Хамид, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. Чужих детей не бывает. Заблудившегося детеныша косули спасли лесничие Алматинской области. При обходе территории Каратальского лесхоза инспекторы обнаружили отбившегося от стада олененка со множеством травм, из-за которых он мог оказаться обреченным на медленную смерть. К счастью, благодаря неравнодушию стражи лесного порядка и их заботе, жизни малыша сейчас ничего не угрожает. Как сложится судьба дальнейшая спасенного животного, узнаем из сюжета. Вот уже 20 лет, как Айдар Нуралинов следит за сохранностью 200 гектаров лесных угодий Каратальской долины. В день своего очередного дежурства, 20 августа, он услышал неподалеку странные звуки. Оказалось, их издавал детеныш косули, угодивший в яму. При падении олененок повредил себе лапу, а потому любые попытки выбраться из смертоносной ловушки только усугубляли ситуацию. Благо на помощь сильно травмированному животному вовремя подоспел лесничий, выходил и выкормил. Такая неусыпная забота помогла детенышу встать на ноги уже через 2 недели. Сейчас жизни 3-месячного найденыша ничего не угрожает. Оставшийся некогда на произвол судьбы, олененок быстро освоился в незнакомых ему местах. Появилась живость в глазах и движениях. Одним словом, почувствовал себя как дома. Впрочем, выходившего животного егерь принял решение отдать олененка на попечение специалистам, где он будет чувствовать себя комфортно в компании собратьев. И уже к нашему прибытию резвого детеныша косули ждал 3-часовой переезд в зоопарк Алматы. Поначалу я содержал его в доме. Уже позднее, когда нога его стала заживать, выпустил на территорию лесхоза. Но чтобы беззащитный детеныш не стал легкой добычей для голодных собак, решил, что целесообразнее передать его в надежные руки специалистов. Все-таки не всегда получается следить за малышом. К тому же у меня есть другие прямые обязанности. Более того, данные условия не подходят для безопасности и комфорта олененка.
По прибытии в зоопарк животные поместили в отдельный блок на месячный карантин для адаптации в новых условиях. Все это время зоологи будут следить за здоровьем и общим состоянием детеныша. После успешной акклиматизации олененка поместят в основной блок, приспособленный к естественной среде обитания животного, к таким же маленьким собратьям, как и он. Впрочем, как отмечают местные специалисты, это не первый такой случай привоза травмированных животных на попечение сотрудников зоопарка, поскольку именно на начало осени приходится так называемый миграционный бум косуль. Но из-за недостаточно оснащенных автобанами трасс региона кочевка для копытных может обернуться серьезными травмами или даже гибелью. То с гор, то в горы, где также все зависит от кормовой базы. И поэтому вот автобаны понастроены, ни на одном автобане нет перехода для животных. И поэтому оно получается, что у животных у них инстинкт, им надо все равно кочевать, и кормовая база, если позволяет, а у них не позволяют вот эти трассы, все преграды. А некоторые животные убегают с такими переломанными ногами, и потом вот приходится, как в данное время мы находимся в Алматинском зоопарке, этих животных сдавать на ветеринарную часть или там самим принимать меры к их лечению. И для определять их дальнейшую судьбу. К счастью, популяция косуль в литысузской фауне, да и в целом в Казахстане, колеблется в достаточно больших пределах. Однако человеческий фактор может нанести и значительный урон. А потому специалисты рекомендуют автолюбителям сохранять бдительность на трассе, чтобы избежать столкновения с дикими животными. Адина Смагулова, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. Возрождая народные ремесла, в рамках государственных программ мастера рукоделия все чаще получают кредиты на гранты и на развитие бизнеса. Один из них – житель Сарганского района Нургельда Куаныш. В прошлом году выиграл грант в размере 2,5 миллионов тенге. С начинающим предпринимателем и другими мастерами, получившими финансовую поддержку, встретилась наша съемочная группа. Праздничный стол украшен эксклюзивной деревянной посудой. Ее своими руками создал молодой мастер Нургельды Куаныш. Уже 4 года он профессионально занимается столярным делом. Сначала все изготавливал вручную, потом приобрел свой первый станок. И тогда дело пошло гораздо быстрее. В прошлом году он обратился за помощью в палату предпринимателей. В прошлом году я выиграл грант через палату Атамекен 2,5 миллиона тенге. Я купил еще один современный станок, и теперь работа буквально кипит, заказов много. Наша продукция пользуется большим спросом, поэтому мы расширяем ассортимент. Профессионально ремеслом занимается и мать Нургельды Айгуль Оранбек. Вот уже 32 года она создает удивительные изделия в национальном стиле. Мастерица неоднократно брала кредит на развитие бизнеса, и сегодня ее работы пользуются большим спросом. Уже 30 лет я занимаюсь этим делом. Не ради денег, а для того, чтобы воспитать подрастающее поколение на своем примере. Я хочу, чтобы дети знали, как делается карпе для приданого, что означает тот или иной орнамент. Я хочу сохранить традиции своего народа. Хочу обучать детей и взрослых этому ремеслу. И желающих всегда хватает. Возрождением народного ремесла занимается и Светлана Бестюбаева. Уже 5 лет мастерица создает приданное для невест. Заказов с каждым днем становится все больше. А потому в прошлом году Светлана решила поучаствовать в программе «Бизнес-бастау». В 2019 году обучилась месячному курсу «Бизнес-бастау». Выиграла грант 255 тысяч, приобрела машинку швейную, промышленный оверлок пятиниточный и все необходимые инструменты. И после этого у меня пошли заказы, и мое хобби превратилось в мое любимое дело. И таких примеров немало. Уже в этом году в Алматинской области в рамках программы «Бизнес-Бастау» основам предпринимательства обучилось свыше 3000 человек. Немалая часть из них приходится именно на мастеров, которые сегодня занимаются возрождением народных ремесел. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. В Будапеште начал работу 52-й международный евхаристический конгресс. Это съезд представителей самых разных христианских церквей и конфессий. Он должен был пройти в венгерской столице год назад, но, как и многие другие, столь масштабные события был из-за пандемии перенесен. Девизом форума стала фраза одного из псалмов:
Все источники мои в тебе. Христианство исповедуют примерно 3/4 венгров, чуть больше половины жителей – католики. Также в стране сильны позиции баптистов, греко-католиков и кальвинистов, которым принадлежит, например, глава правительства Виктор Орбан. Горячие деньки для афганских торговцев оружием. Окончание активной фазы вооруженного конфликта в Афганистане заставляет многих владельцев оружия выставлять его на продажу. В их арсенале многочисленные образцы товара, штурмовые винтовки американского производства, пулеметы, ленты для боеприпасов и различные аксессуары, которые, по словам предприимчивых продавцов, они также покупают и продают талибам. Этот магазин в районе Панджвай на юге Кандагара буквально наводнен оружием из-за того, что былые владельцы решили, что больше не нуждаются в нем. Они говорят, война окончилась. Порт Роттердама не только самый крупный в Европе, но и единственный, где к тому же располагается необычная ферма. С 2019 года здесь держат 40 дойных коров хлеву, который плавает в акватории гавани. Для большинства операций на плавучей ферме нет необходимости в многочисленном персонале. За доение здесь отвечает робот. Молоко перерабатывается тут же, на месте. На плавучей ферме животных кормят зерном из местной пивоварни и скошенной травой, полученной при стрижке футбольных полей и полей для гольфа в Роттердаме. А коровий навоз перерабатывается в садовые гранулы. Но не всех радует такая идиллия. Защитники животных Нидерландов считают содержание коров в таких условиях жестокостью и требуют закрыть предприятие. Недавно две буренки упали в воду, их с большим трудом удалось спасти. Кубок мира по стендовой стрельбе среди юниоров в эти дни принимает Алматинская область. Соревнования проходят в поселке Байсерке, что близ Алматы, в стрелковом клубе имени Александра Асанова. Здесь собралась вся молодежная элита стрелкового спорта из России, Испании, Грузии, Италии, Швеции и других государств. Всего за звание сильнейшего борются 120 участников из 10 стран. Звездный состав участников и судей, прекрасная техническая и организационная база. Проведение Кубка мира по стендовой стрельбе на гостеприимной казахской земле – это важный этап в развитии увлекательного и эффектного вида спорта. Специалисты уверены, что яркое и зрелищное событие откроет новую страницу в популяризации стрельбы по тарелочкам в нашей стране. У нас в Казахстане очень бурно идет развитие последние 15 лет. Вот, каждым годом у нас все больше и больше молодежи привлекается в этот вид спорта. С 1 сентября на базе нашего клуба открылась областная школа детская, юношеская. Вот. Также у нас на данный момент уже 4 школы. 3 это с города Алматы и 1 областная. Вот. Также у нас постоянно тренируется это сборная Республики Казахстан. Сборная включает в себя такие области, как Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кызылорда, Актау. То есть все регионы практически представлены, активно развиваются. У нас есть Казахстанская федерация стрелковых видов спорта, которая включает в себя 3 стрелковые вида спорта. Это пулевая стрельба, стендовая стрельба, вот где мы сейчас находимся, и стрельба из лука. Ну и в каждом виде спорта еще есть свои дисциплины. Для Казахстана мировое первенство – очень важная проверка сил наших ведущих стендовиков в очном соперничестве с сильнейшими мировыми стрелками юношеского возраста. Дома наша страна выставила самую многочисленную команду – 32 спортсмена. И они не разочаровали. Девушкам удалось стать вторыми после российских спортсменок в общекомандном зачете. Юноши в дисциплине «Трамп-микс» и «Круглый стенд» заняли 3-е место, уступив лидерство россиянам и испанцам. В личном зачете серебряную медаль завоевал алматинец Максим Бедарев, а представитель Нур-Султана Алишер Айсамбаев отличился бронзой. Результатом мы довольны, потому что мужская юниорская сборная Казахстана завоевала 2 медали, серебро и бронзу, уступив только итальянскому спортсменам. Они сейчас уехали на основной старт в игры стран СНГ, проходящие в город Казань. И женский состав сборной РК выехал туда же. Сегодня в финале у нас за серебро и золото стрелялась женская сборная, но это у нас не основной состав. Основной улетел также выступать на игры стран СНГ.
Победителем сразу в двух дисциплинах. В личном зачете среди юношей стал испанец Хавьер Мартинес. Несмотря на свой юный возраст, Хавьер достаточно титулованный спортсмен. Чемпион Испании, двукратный победитель Кубка мира, отмечает, что раньше стендовая стрельба в основном культивировалась в Европе. В последнее время этот олимпийский вид спорта развивается в сторону Востока. Проведение крупнейших мировых стартов в Казахстане – яркое тому подтверждение. Соревнования проходят в хорошей дружественной обстановке. Погода все дни подходящая, стрелковая. Хочу отметить высокий уровень организации и проведения мировых стартов в Казахстане. Во-первых, это полная техническая оснащенность стрельбища, которая соответствует всем международным стандартам. Машины, которые кидают мишени, тоже очень хорошие. Площадки отличные, очень доброжелательные люди. Ничего не мешает спортсменам достичь высоких результатов. Участников Кубка мира еще ждет состязание в дисциплине дубль-трап. Окончательные итоги соревнований будут подведены 8 сентября. Лилия Штогрина, Жей Курманбаев, телеканал ЖТСУ. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.